Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный. Номер 2571. События дня. 2 Петра 1.10. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». За 25 декабря 2022 года. И обращение о помощи добрых людей, которые кормят тысячи людей сами. Помоги, Господи, брату Игорю. Вот 5 роликов про них. Я быстро прокручиваю, вы курсором задерживаете. Прочитайте, дальше отпускайте. Вот как патриарх учит соблюдать каноны кверх ногами. Ой-ой-ой. Притом нужды никакой нету, ни преследования, ничего нет. А что? Безобразие. Да еще и деньги возьмут. Ну, тут, может, и не взяли. Тут хватает своих денег. Извержение сана, 50-е правило апостольское. Так, это кто же так просит? Это Людмила. Помоги, Господи, Ездре.
Так кто же так тут? Журавлев. И с кем-то разговаривать не так, я сам не понял. Курсором задерживайте текст и считайте, потом отпускайте. Я быстро прокручиваю. Ну вот так. Это уже воскресенье, это 25-е. Была литургия, много причастников было. Дальше тут какие-то события. Тут было что-то про Николая Павловича Кручину. Уже перед вечером узнал, что-то вроде уходит. Польгоев Николай Валентинович. Ну все так вот.